Те замечания, которые высказывает сейчас население, она не обоснована. На сегодняшний день мы обращаем внимание на то, что пешеходная дорога полностью не готова. Вот эти столбы, которые сейчас в данный момент освещают частные дома, они как бы являются временным сооружением. Находимся рядом, где уже будут установлены другие мачты, и в последующем вот эта вся линия электропередачи перейдет на эту линию. А эти старые столбы, железобетонные, деревянные, они будут демонтироваться. После этого будет укладка пешеходной дорожки. Поэтому пусть жители не беспокоятся, мы это все уберем и аккуратненько асфальтируем. Кроме этого, с сегодняшнего дня начали укладку третьего слоя. Согласно планов, я думаю, что сегодня-завтра мы эту работу полностью укладки третьего слоя завершим. Естественно, здесь останутся работы еще и по благоустройству. Это как бы работа в двух направлениях. С одной стороны, радиус 5 метров будет автотрасса, а остальный участок будем планировать мы. То есть комбинат благоустройства. По поводу того, что вода будет уходить? Ну, вода не будет уходить. Вода, согласно проектов, она как бы должна как бы уходить на зеленую зону. Но, естественно, какие-то замечания будут, будем рассматривать уже, наверное, весной. Чтобы, если будет иметь место быть таяние или какие-то грунтовые воды, однозначно будем как бы брать себе на заметку и решать вопросы весной. То, что касается мусорок, однозначно братья Захаровых войск будем переносить этот мусор в другое место. Остановки как бы сделаны. Какие дополнительные маршруты будут, мы сейчас решаем. Да. Первоначально, конечно, рассматривалось и троллейбусы, но пока этот вопрос не рассматривается.